В конкурсе приняли участие 15 детсадов и школ. В итоге жюри определило победителей по следующим номинациям. Лучшей аппликацией стала работа «Возвращение домой» Камилы Авджан. В номинации «Графический рисунок» отличились Мария Маклакова и Анатолий Зелилов. Лучшей работой из пластилина стала поделка Артема Тищенко. В категории «Портрет» жюри выделило картины Миланы Тиденсян и Алены Труновой. Также были отмечены юные мастера в таких техниках, как работа на наждачной бумаге и выцарапывание рисунка на воске. Особый приз «Симпатия жюри» досталась Михаилу Козюра за работу «День Победы». Все 150 конкурсантов получили поощрительные призы, а 15 победителям вручили приятные подарки от парка аттракционов «Хэппилон» и компании «Канцмастер». Это грамоты, наборы для творчества и заветные карты «Хэппилон» с безлимитным катанием на аттракционах. Отдельную благодарность за помощь в организации конкурса детских рисунков организаторы выразили сотруднику 41-го детсада Натальи Непомнящей. Выставка детских рисунков «Моя победа» открыта для всех гостей парка «Хэппилон» до 15 мая.